Здравствуйте, на Первом городском начинается вечернее шоу «Вятка Тудей» в студии Александр Сорокин. Смотрите в сегодняшнем, по-настоящему весеннем выпуске. Две рубрики «Подружки» наболело. Вот видите, что творится, ну куда, как бы же не выехать. И наша любимица порадовала. Мы и так и самостоятельно сделаем все. И за что коммуналку платим, никто не понимает. Кроме того, делаем добро с рубрикой «Пристроим вместе». Начнем с информационного заголовка. Ямочный ремонт по-вятски. Картошку на дорожку. Если вдруг нас смотрят белорусы, ребят, пожалуйста, отойдите от экрана, лучше вообще из комнаты выйдите, потому что эта картина вас шокирует. Вот так предприимчивые кировчане решили ремонтировать дороги, закладывать ямы картошкой. А зная, чем наши ямы ремонтируют, можно не волноваться, потому что навоз для картошки всегда хорошее удобрение. Хорошая тема использовать овощи для решения городских проблем. Вот, например, капусты можно затыкать дыры в городском бюджете. Ну а огурец – отличный способ бороться с коррупционерами. Вот даже видеопример есть. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. Какие еще безобразия в городе творятся, узнаем в рубрике «Наболело». Вот видите, что творится, ну куда, как бы же не выехать? Не могут ездить и парковаться в собственном дворе автолюбители, а всему виной эта яма, которая появилась, по словам Александра, еще зимой по вине коммунальщиков. Да, это было в январе где-то, ну теплотрассы, как бы тут, ну кого винить, везде они у нас рвутся, эти теплотрассы, проще говоря. Но то, что вот сейчас ведь трудно приехать, вот вы снова эту же машину... Вывалить щебенки, выровнять, все, больше, по-моему, тут проблем-то нет. Яма с каждым днем становится все больше и больше, а асфальт обваливается. Грунт-то сел, пожалуйста, вот видите, что происходит. Не подсыпают, ничего не делают. Преодолевает с трудом эту яму даже спецтехника. Вот мусор приезжает, ну поедет, как бедный водитель, ну как ему тут выравнивать, вот, хошь не хошь, поедет в эту яму. Мужчина переживает за всех водителей, которым некуда теперь припарковать свой автомобиль. Некуда, ну куда людям бедным ставить? Так ведь вот все полностью, вообще все заставлено. Здесь на проход ставят. Александр очень просит службу, которая ремонтировала трубы в их дворе, вспомнить про их яму. Ну хотя бы засыпали, я понимаю, что там будет лето, может быть еще просядет, потому что как там, какая почва, какой грунт. Ну хотя бы ям не было, чтобы хотя бы... Водителя можно было куда-то встать или что-либо. Надеемся, что эта яма как можно скорее будет засыпана, заасфальтирована, и жильцы дома 14, корпус 3 по улице Ульяновской смогут свободно парковать свои автомобили. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей». По принципу «хороший и плохой полицейский» сейчас должен выйти хороший полицейский. Так как рубрика «Намалела» нас расстроила, рубрика «Порадовала» нас порадует. 7 февраля мы рассказывали вам про парилку в доме номер 2 по улице Олега Кошевого. Жильцы уже устали показывать последствия этого безобразия. Вот эта дверь. Да, это вот тут замок вообще налить. Утром-то открываешь и лед. Это у нас постоянно. Дома комары. Вот у нас окна все в вальде. Новые окна поставили. Сегодня мы снова вернулись в этот дом, чтобы проверить, есть здесь парилка или нет. Ну что? Та-да-да-дам! Парилки больше нет! Все, теперь можно спокойно заходить в подъезд. Сухо, чисто. По словам Елены, теперь заходить в подъезд стало гораздо приятнее. Курить перестала. И пахнуть перестала. У нас-то сейчас запаха нет. Благодаря вам приехали все-таки они. Сделали хоть что-то. Но, как рассказал Артем, то, что пара больше в подъезде нет, заслуга не только управляющей компании, но и самих жильцов. Когда все починили более-менее? Ну, это 2 недели нету. Мы ее сами починили его. Что вы сделали? Попенили в дыра вот везде, чтобы пара не было. Потом вон приехали. А что вы сделали, как починили? Купили пен, попенили дыра, чтобы дом пар не зашел. Я так понимаю, вот сейчас, если управляющая компания никак не действует, то приходится жильцам самостоятельно, да? Конечно. Мы и так и самостоятельно сделаем все.
И за что коммунарку платим, никто не понимает. То есть вот вы какие молодцы, все сами в свои руки взяли. Конечно. Рада, что в доме номер 2 по улице Олега Кошевого парилки больше нет. Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тудей». Еще одна новость. Кировчанин попал в больницу после попытки погладить полицейского по голове. Лишай бешенства от укуса, подумали вы. Но нет, полицейский всего лишь ударил ласкового собеседника по лицу. Нечего гладить полицейских против шерсти, совет всем кировчанам. Ну а если вы хотите кого-то погладить, а в ответ не получить по лицу, то рубрика «Пристроим вместе» как раз для вас. Знакомьтесь, это 4 добрые и милые девочки, которые ищут новых хозяев. Им 2,5 месяца. Станут хорошими охранниками и надежными друзьями в любой семье. Они здоровы, неприхотливы в еде и очень любят играть. Если вы хотите стать заботливым хозяином для одной из этих малышек, звоните по номеру 46 72 46. Сегодня это все. Если у вас есть что-нибудь интересненькое, вы знаете, что с этим делать, берете аккуратненько в письмецо, записываете, отправляете на нашу почту электронную внизу адрес, либо рассказывать по телефону, если вам лень писать. Телефон 54 18 19. В студии был Александр Сорокин. До свидания. Пока. Завтра увидимся. Не скучайте.